Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр Мунков. И сегодня у нас необыкновенный день, у нас международная онлайн-телеконференция. И я приветствую всех, кто сегодня находится в зале, и уже вижу, что традиции у нас живут. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как вы меня слышите, чтобы четко видеть. Отлично, всем за приветствие. Я тоже очень рад вас всех видеть. И надеюсь, у нас сегодня будет интересная встреча, которая даст возможности новой позитива и возможности двигаться дальше. Тем более, что у нас сейчас ждет очень интересные встречи. И я думаю, что сегодняшняя международная онлайн-телеконференция даст как раз ту самую мотивацию, которую каждый из нас ждет. И здесь нужно отметить следующее. Здравствуйте, Григорий. Сейчас у нас на экране появился Григорий Мирошниченко. Он находится у нас в Екатеринбурге, насколько я помню. Правильно, Григорий? Город Челябинск. Челябинск, совершенно верно. Челябинск. Да, просто однажды правильно сказал, что только сумасшедшие люди и сумасшедшие идеи меняют мир. Так вот, мы немножко сумасшедшие вместе с Анатолием Эдуардовичем. И мы действительно вместе с ним меняем мир. Да, есть такое. Ну и сейчас, прежде чем мы начнем, не будем нарушать традицию, давайте проведем опрос. И этот опрос покажет как раз, кто из участников нашей сегодняшней встречи первый раз на нашей телеконференции. Помните, что необходимо просто поставить точечку в кружочке и отметить, который раз вы находитесь на телеконференции. У нас сегодня уже зарегистрировано 603 человек, и я думаю, что как минимум две трети, это 400 человек, сейчас быстренько освоят нажатие кнопочки и зеленой кнопочки «Ответить». Это важно для того, чтобы просто мы понимали, что реакция. Для тех, кто не может по какой-либо причине поучаствовать в опросе, можете просто нажать. Прямо в чате написать, что вы, ваше имя, город и единичку. И мы будем знать, что вы у нас первый раз сегодня. Почему я говорю первый раз? Дело в том, что у нас уже есть практика проведения телемостов. И, конечно, это очень хорошая форма для того, чтобы большое количество наших инвесторов, наших последователей встречалось на таких мероприятиях. И я думаю, что целая серия международных онлайн-телемостов нас ждет в будущем. Я имею в виду уже в новом году. И эти телемосты как раз покажут динамику, с которой мы развиваемся. Ну и тем более, Аня будет возможность поделиться с нами теми новостями, которые она и так делится каждую неделю, выпуская прекрасные видеоролики и давая возможность каждому из нас увидеть, что реально происходит. Здесь, конечно же, отметить команду компании Skyway, которая постоянно работает над тем, чтобы были хорошие, качественные видеоролики, которые доносят информацию о проекте. Григорий? Да, дорогие, да, так, дорогие вижу, друзья, у нас уже... то, что говорит Саша, уже 614 человек уже на нашем телемосте. И в данный момент, я думаю, надо обозначить, то есть какие страны присутствуют. Ребят, напишите, какие страны, какие города присутствуют здесь, какие регионы вы представляете. Быстро напишите, чтобы можно было вас поприветствовать и в конечном счете уже начать перейти к самому главному. То есть не только мотивация, но и самое, конечно, самая главная изюминка, все ждут, когда будет выступать, конечно, Анатолий Эдуардович Юницкий. Так вот, Анатолий Эдуардович Юницкий делает свою работу, понимаете, вот делает свою работу, а мы делаем свою работу. Каждый человек должен заниматься тем, что он может, умеет делать, и то, что у него лучше всего получается. У него лучше всего получается вот то, что он, чему посвятил всю жизнь. У нас лучше получается то, что, чем мы занимаемся. Поэтому, вот, дорогие друзья, сейчас еще есть время, и если ваших друзей еще не на телеконференции, она будет практически 2 часа идти, успейте им передать, в скайпе где-то еще передайте, пусть приходят. Почему? Потому что здесь важно быть. Это очень важно, быть здесь. А не так, чтобы, ага, будет запись, и потом я посмотрю. Ребята, неправильно, будьте здесь. И оповестите, чтобы они успели еще зайти. Саша, передаю тебе слово. Сейчас перед вами опросник, который вы видите на экране. Технология все та же. Отметьте страну, из которой вы сейчас слушаете онлайн-телеконференцию. Если вдруг вы не нашли в списке вашу страну, просто добавьте ее непосредственно
в этот опросник, для того, чтобы мы четко понимали, какие люди присутствуют из каких стран. Ну, я вижу здесь 65% на данный момент присутствует из России, порядка 8%, это 30 человек из Белоруссии, 19 из Украины, 14 из Казахстана, Киргизия 1 человек, Литва 6, Латвия и так далее. Это еще раз подсказывает, те 47 стран, которые участвуют в проекте, дают как раз возможность строить технопарк и реализовать мечту Анатолия Эдуардовича в новом виде транспорта, который со скоростью 500 км в час привезет нас в шестой технологический уклад. Буквально еще несколько минут можно оставить информацию о той, из какой страны вы сейчас присутствуете, и мы двинемся дальше. Отлично. Отлично. Благодарю, ребята, за вашу активность. Вижу, опять уже 404 человека отметились. Отлично. Давайте зафиксируем этот результат как исторический. И будем двигаться дальше. Итак, я закрываю опрос и приступаем к нашей сегодняшней конференции. Как я уже представлялся, меня зовут Александр Мынко, и я, собственно, являюсь из старейших инвесторов технологии Skyway. И для меня, на самом деле, этот проект очень-очень важен. Поскольку еще в 2004 году я познакомился с книгой Забродотского «Видеология сотворения», и, конечно, там я впервые узнал о технологии Skyway. Поэтому для меня эта тема крайне интересная, и поэтому везде, где только возможно, я пропагандирую эту возможность для людей. И первое, что наша основная задача на ближайшие 2 года, конечно же, построить экотехнопарк и дать жизнь новому виду транспорта. Это основная и самая важная часть. Но в процессе сегодняшней телеконференции вы увидите и другие возможности, через которые можно реализовать технологию Skyway. Дальше нужно отметить, что все, что мы ожидаем увидеть, и высокоскоростный транспорт с его юнилетами, и грузовой транспорт для возможности перевозки больших количеств грузов, ну и, конечно же, транспорт общего пользования, я имею в виду юнибусы, которые дадут возможность перемещаться из одной части города в другую. Все это нас ждет, но по завершению нашего экотехнопарка. Поэтому, когда мы обращаемся к людям с этой технологией, мы, конечно же, смотрим дальше в будущее. Именно благодаря глубокому проникновению Анатолия Эдуардовича в перспективу, в ту возможность, в ту мечту, которую он лелеет уже на протяжении последних 40 лет. Это именно общепланетарное транспортное средство. И, конечно же, за этапом мы можем реализовать и эту большую мечту, которая поможет людям не только жить хорошей, качественной жизнью, но и решить мечту человечества о выходе в космос, и при этом не с помощью ракетных технологий, а с помощью общепланетарного транспортного средства. Поэтому здесь можно сказать о следующем, что большинство наших инвесторов, и этот график наверняка участники вебинарах помнят, понимают всю важность инвестиций в этот проект, и, естественно, каждый, исходя из своей возможности, инвестирует определенную часть своего бюджета. И здесь, конечно, вот эти проценты, которые показывают, кто готовы пойти люди для того, чтобы поддержать этот проект, дают возможность как раз увидеть наших будущих инвесторов в проекте Skyway. Это люди, которые действительно поддержали идею Анатолия Эдуардовича и хотят, чтобы она реализовалась. Это люди, которые смотрят с надеждой в будущее. Это люди, которые хотят избежать 150 миллионов жертв, если мы не построим этот вид транспорта. И, конечно же, эти люди думают о своих детях, правнуках, которые будут жить в ближайшее время. И поэтому, когда мы встречаемся на вебинарах, то всегда мы обсуждаем этот вопрос и видим перспективу, ищем новые пути.
И вот в данном случае, конечно, и Горя Мирошниченко из Челябинска, и многие участники нашего сегодняшнего вебинара, нашей сегодняшней телеконференции с энтузиазмом участвуют в этом проекте и желают только одного, чтобы он реализовался. И поэтому сейчас я хочу пригласить непосредственно в эту вебинарную комнату следующего спикера, которого зовут Евгений Кудряшов. Это у нас Евгений Кудряшов, директор Skyway Capital, который представляет компанию, которая также занимается инвест-проводящей системой и дает возможность собрать необходимые финансы для реализации проекта. Евгений, я приглашаю тебя в комнату. Евгений, и даю тебе слово. Да. Так, я здесь. Сейчас. Так, а включите, пожалуйста, чат, я просто не могу понять, вообще слышно или не слышно. Вот. Да, все слышно хорошо, Евгений. У меня не включается камера. Так, вот, походу, включил. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, видно вообще в камере, просто я сам себя не вижу сейчас. Вот, камера появилась, видео. Нет, нет, нет. Так, 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 я понял. Да, Жень, очень хорошо слышно. Хорошо слышно, поэтому начинай. Поставь фотографию, что-то, начинай действуй, рассказывай. Я понял, ну вроде камеру включил, она просто у меня не появляется. Включу камеру. Видео. Так, просто хотелось бы... живого общения. Слышно мое видео. Ладно, господа, тогда не будем тратить времени. Я прошу прощения, но уж здесь как-то так получилось, что... Очень рад приветствовать сегодня на этой телеконференции, на телемосту, да. Вот. Потрясающе, что у нас сегодня собралось вот уже практически 700 человек. С каждой минутой все прибавляется и прибавляется. Да, это те люди, которые действительно являются приверженцами Skyway. И выражаю им огромную благодарность, да, за то, что вы тратите время не просто, чтобы полежать на диване, посмотреть телевизор, да, а принять участие в таком грандиозном на самом деле событии, да, для компании, для группы компаний. Так как я являюсь директором Skyway Capital, хотелось бы сегодня, моя цель и задача вообще, ну, рассказать вам немножко о новостях, о наших планах, которые ожидаются в ближайшем будущем. И хотел бы начать с такого грандиозного, я бы сказал, события, да, с большого события. К нам сейчас в Skyway Capital подключилась совещательный совет в лице профессионалов сетевого бизнеса, также по... профессионалов по управлению компаниями, обучение, развитию регионов. И сейчас нашей с ними общей целью является активная и плодотворная работа на увеличение эффективности компании Skyway, а также компании Skyway Capital и совместного достижения результата финансирования технологии Skyway. Собственно, зачем мы здесь все с вами вместе и собрались. Вот. Хотел бы сегодня вам представить этих людей, чтобы вы их уже знали, можно сказать, в лицо. Сегодня они также все выступят, да, вы с ними познакомитесь, можете задать вопросы. Но я, моя сегодня, так сказать, миссия, да, представить, чтобы вы понимали и знали. Председатель, хочу представить председателя общего правления Инета Анджена. Она будет выступать после меня. Инета у нас является одним из больших лидеров сетевых, которые показывают
высочайшие результаты в сетевом бизнесе. Также она является акционером группы компаний SkyWay и большим специалистом в области маркетинга, как сетевого, так и интернет-маркетинга. И практически с первых дней развивает компанию SkyWay. Вот, я очень рад, что такие люди к нам присоединяются сейчас для совместного достижения результата. Далее, председатель общего правления, представитель общего правления Владимир Маслов. Владимир Маслов у нас является доктором экономики, консультантом по вопросам эффективности производства предприятий, а также является автором базовой концепции «Отделение нового человека», также тренер и мотиватор. Далее хотел бы представить вам члена общего правления. Ее зовут Ирина Волкова. Ирина Волкова у нас специалист и большой лидер вообще в компании SkyWay. Практически с первых дней развивает технологию, является ее приверженцем. Также Ирина занимается в компании SkyWay Capital развитием региональных офисов, является бизнес-тренером и мотиватором. Вот по всем вопросам, которые у вас возникают с открытием представительств, ну, так называемых представительств, да, открытием региональных офисов, Ирина занимается, она в этом является большим профессионалом, и в дальнейшем сотрудничество будет происходить непосредственно уже с ее участием. Также хочу вам представить замечательного человека, президента Академии макросознания, педагога, бизнес-тренера, акционера группы компаний SkyWay Ларису Артамонову. Ларису Артамонову уже многие из нас любят по ее вебинарам, по ее обучениям, так как она, наверное, единственный человек, я не побоюсь этого слова, в мире, который так плодотворно работает с нашим сознанием, да, меняет это сознание и на самом деле привносит туда те недостающие элементы, да, которые действительно нам помогают развиваться, идти вперед, вперед, вперед. И самое главное, что у каждого из нас важно, да, это всегда не сдаваться, так сказать, да, и Лариса в этом плане нам очень сильно помогает. Вот, очень люблю, ценю ее. Также она сейчас выстраивает общую систему обучения для группы компаний SkyWay. Вот, и буквально думаю, что уже в ближайшее время, в ближайшие дни вы уже увидите расписание, да, тех обучений, тех вебинаров, которые будут проводиться под руководством Ларисы Артамоновой. В этом обучении для себя найдут полезного материала, полезных лекций, так выражусь, как новички, так же уже опытные лидеры, так как Лариса имеет громаднейший опыт в плане обучения. Вот, значит, идем дальше. Сейчас, ну, что бы хотел сказать, да, что дальше развивается, что продвигается. Идет активная подготовка инструментов для работы в компании SkyWay Capital, а также в группе компании SkyWay для работы с акционерами с любых стран и континентов, чтобы вам было удобно общаться, давать материалы какие-то различные. Это как раздаточный материал. Также все материалы у нас будут на нескольких языках. Очень активно сейчас к нам подсоединяются лидеры из других сетевых компаний. Также идет полным ходом работа с региональными представительствами. И сейчас у каждого лидера, кто хочет развивать и продвигать технологию SkyWay в своем регионе, есть возможность подключиться к этой работе и развивать SkyWay в своем регионе, в своей стране. Вот. За ближайшее время, забегу немножко вперед, мы бы, ну, как бы не хотели заранее, да, но уже совсем рядом эта дата, вот к концу года, до 31 декабря мы вам планируем, компания SkyWay Capital планирует вам представить потрясающий новый маркетинг, который позволит вам зарабатывать на том, что сейчас мы с вами совместно финансируем технологию, привлекаем новых инвесторов. Маркетинг нацелен вообще на плодотворное сотрудничество и на щедрое поощрение наших партнеров за их активную работу. И в ближайшее время, ну, планируем до конца года, мы этот маркетинг вам представим, в ближайшие дни уже начнем уже о нем рассказывать. Вот какие новости, да, о чем бы я вообще хотел вам сообщить, о чем хотел оповестить. Вот, а также в завершение своего выступления я бы хотел, так как у нас сейчас конец года, этот год заканчивается, да, этот год
просто принес потрясающие результаты группе компаний Skyway. Мы все их видим, эти результаты, в каждой, ну, в новостях компании, в роликах компании. Также кто-то наглядно это все увидел в этом году на рынке нулевого километра. Хочу вам пожелать огромных успехов, чтобы этот год для вас был большим таким стартом, да, в большом бизнесе. Потому что мы все с вами понимаем прекрасно, что бизнес на самом деле не в сегодняшних наших действиях. Сегодняшние наши действия – это огромная такая подготовка, это огромный фундамент. И каждый из нас сегодня укрепляется и получает знания в данной технологии, чтобы в дальнейшем нести эти свои знания, да, в том, что в реализацию, пустить их в реализацию адресных проектов по всему миру. И знаете, что каждый из вас, каждый партнер, который сейчас здесь присутствует, или просто сейчас у нас есть, да, я понимаю, что их уже больше 200 тысяч, да, сегодня у нас на вебинаре 740, вот, будет являться одним из тем главных связующих звеньев постройки дорог по всему миру. И я вам желаю, чтобы вот этот год вас наполнил огромной энергией, потрясающими просто вот впечатлениями, на которых мы с вами проведем весь 2016 год, так как он будет уже еще знаковым для компании и для всех нас. Вот, огромную выражаю вам благодарность за вашу приверженность и за те действия, которые вы сегодня делаете. И быть уверены в том, что от нас будет та же самая отдача. Вот, мы будем с вами всегда вместе. Вот, благодарю всех вас. Вот, надеюсь, что меня было слышно, потому что, я так понимаю, чат отключили, включите, чтобы, ну, иметь представление, понимать. Вот, всем желаю огромных успехов и передаю наше слово следующему спикеру. Всего вам доброго, друзья. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, партнеры. Я вас приветствую из Риги. Мы тут вместе с коллегами. Я вижу. Видите, вам все передают привет. Рабочая встреча, где вместе участвуем в этой телеконференции. И также хочу всем передать привет, кто собрался на рабочих местах и кто каждый по отдельности смотрит нас в своих домах или в своих окружениях, в своих интернетах, клиентов и друзей. И мы выбрали этот путь. И знаете, он для нас всех, наверное, немножко странный. Иногда, когда сильно мотивируем друга, часто задумываемся, как быть, как идти дальше. И я думаю, что у нас уже руки давно не опускаются, что мы поняли, что мы на серьезном пути и можем идти. Я бы этот путь назвала немножко иными словами, сказала, что струнный транспорт Юницкого – это миссия. Миссия самого господина Юницкого, миссия, наверное, всего человечества – решили на это, по этому проекте больше, чем полтора года. И я сейчас наблюдаю за людьми и хочу сказать, что вы постепенно каждый все больше осознаете, что для вас это тоже становится миссией. И это очень большая цель. Это очень серьезная работа, которую мы делаем. И это просто прекрасно, что мы вместе можем реализовать небесные дороги. И видите, идти за своей миссией очень сложно одному, поэтому важно иметь команду.
И если смотреть, сколько у нас сегодня на вебинаре, это 751 человек на данный момент, это уже огромная команда. И мы знаем, что за этими 700 стоят еще маленькие команды. То есть в целом нас много-много, но мы хотим быть больше и больше. Поэтому командный дух, командная работа – это, наверное, то, на чем мы будем ставить акцент в дальнейшем пути, идя вместе на пути. И команды должны развиваться в разных городах, в разных странах. И мы знаем, что сегодня уже мы являемся мировой компанией, и мы должны только становиться сильнее и сильнее. И здесь я хочу сказать, что команда всегда активнее и дружнее работает и с большими успехами, когда она вместе с лидерами. Поэтому я сегодня хочу приветствовать всех лидеров и еще сделать небольшое призвание тем людям, которые внутри чувствуют свои лидерские качества, которые понимают, что в них силы прибавляются, они еще, может быть, не сделали свой шаг, или, как я говорю, не подняли руки и не сказали, что я тоже лидер, я много что могу. Давайте набирайте сил, и если вы чувствуете это внутреннее желание, проявляйте, скажите, я лидер, я вместе со своей командой, я буду создавать новую команду реализации нашей общей миссии. Наверное, спокойнее, сильнее. Конкретно про себя я могу сказать, что я пришла в правление компании четко слить нашу общую стратегию. Здесь важно позаботиться о разных клиентах. Мы на разных странах. Мы по-разному воспринимаем состояние всех наших партнера, о всех наших клиентах, о всех наших инвесторов, подумать о том, что мы будет все больше и больше. И поэтому я говорю, давайте таким спортивным духом подключаться к проекту. И с Нового года я вас вызываю на спортивные соревнования. И готовимся на серьезное, сильное активное. И она нас будет вести весь следующий год, то есть 2016. Инна, к сожалению, тебя очень плохо слышно. Давай хотя бы изображение выключим, чтобы завершить. В моем понятии это...
Нам, наверное, надо интернет, я думаю. Вот. Друзья мои, мы услышали вас. Сейчас все поправим, не волнуйтесь. Но сейчас я благодарю Инетту за ее выступление. Оно было достаточно содержательное, поскольку я его знаю. Но сложности нашего младшего брата не дают возможности в полном объеме услышать то, что сказала Инетта. Давайте сейчас дадим слово Ирине Волковой. И я надеюсь, она сможет объяснить наши планы на будущее. Итак, Ирина Волкова, мы ждем тебя в комнате. Всем добрый день, хорошо ли меня слышно? И не совсем понятно, почему меня не видно в камере. Подключите, пожалуйста. Возможно, для того, чтобы не было зависания, выключили камеры. Я в любом случае приветствую сегодня всех. Очень рада. Со многими мы знакомы. И я хотела бы сказать о том, что в компании, в нашей замечательной компании, я уже сотрудничаю с первого этапа развития проекта Skyway. И буквально... Коллеги, у меня нет ни одной кнопки, где бы я могла включить камеру. Непонятно. Если меня слышно, я буду просто продолжать, чтобы не было зависания. Уважаемые коллеги, как я уже сказала, что я буквально с первого этапа развития нашего проекта Skyway, и вы знаете, вот с первых дней я для себя решила, что я точно буду участвовать. Я точно хочу на дорогах, трассах Анатолия Эдуардовича Юницкого, дорогах второго уровня. Я точно буду делать конкретные шаги, и я точно буду партнером. Просто никто, ничто мне не может помешать. Хотя, знаете, на первых этапах было очень много возражений, споров, вопросов со стороны людей, которых мы тогда приглашали, которым мы рассказывали. Очень многие друзья демонстрировали неверие. Многие ждали, когда что-то начнется строиться. И сегодня я хочу обратиться к партнерам. Уважаемые коллеги, мы уже прошли эту точку невозврата. Сегодня мы все вошли уже в шестой этап, в огромную большую акцию под названием «Стройка полным ходом». Больше нет никаких вопросов, правда это или это фантазия. Сейчас у всех есть только один вопрос. Есть только один вопрос – когда? И вы знаете, этот вопрос только к нам, к партнерам. Поэтому, уважаемые коллеги, партнеры, теперь все зависит от нашей слаженной дружной команды, партнеров. Я немножко показываю ту идею и то, о чем говорила Инетта также. Теперь все зависит от нашей команды, которая привлекает достаточное и стабильное количество инвестиций. И поэтому логично, что с нового этапа, шестого этапа вводятся различные нововведения, запускается много систем обновлений и запускается также новая система работы партнеров и лидеров 2016 на 2017 год. Мы уже планируем сразу 2 года, потому что мы пришли сюда до победы. И, конечно, эта система живая, система, которая будет постоянно дополняться и усовершенствоваться. Ничего сейчас не может быть статичным, потому что мы развиваемся, мы расширяемся, мы идем дальше. И уже с января нового года будет поэтапно внедряться на 2016-2017 год. У нас запланирован целый ряд мероприятий, для привлечения, на которые направлены на привлечение наших инвесторов. И главная задача новой системы для партнеров, для людей, которые привлекают инвестиции в этот проект, и вообще этой системы из 2 основных пунктов. То есть нам очень важно сейчас активировать и задействовать абсолютно все категории активных людей-партнеров. Вот сегодня мы буквально тезисно это проговорим, потому что это
большая глобальная тема. Мы для этого и пришли, чтобы это все выстроить и структурировать, и запустить на результат. И второй момент, что нам очень интересно, задействовать все категории клиентов-инвесторов. То есть разных уровней став, разных уровней платежеспособности. На сегодня у нас есть для этого абсолютно все инструменты. И если говорить вот о первом пункте, который я сказала, что задействовать все категории активных людей, партнеров, лидеров, то есть все, кто пришел в нашу прекрасную команду сотрудничать и работать, на сегодняшний момент мы уже разработали, помимо основного маркетинга, о котором говорил Евгений Кудряшов, у нас разработаны уже 4 дополнительных вида бонуса. И сейчас я буквально вкратце скажу об этом. Потому что очень подробно уже 22 декабря, то есть следующий вторник, мы встречаемся в группе партнеров, лидеров и разбираем это детально в цифрах, в графиках, в конкретных шагах. Немножко пройдемся по тому, что мы сейчас не просто планируем, а уже вводим и уже начали, приступили к этим действиям. Что будет еще дополнительно вводиться? Конечно, очень важный момент – новый сервис. Обслуживание клиентов для того, чтобы это было на хорошем фирменном уровне, стиле, у нас обязательно будет новый продукт. Нашим продуктом является экотехнопарк, и сегодня также, я думаю, и Владимир Маслов об этом скажет. Новый маркетинг-план. Мы сейчас не говорим о цифрах, это уже на рабочих встречах, но это очень мощный, быстрый старт, это очень интересно для вновь прибывших людей и для тех, кто уже достаточно продолжительное время работает. То есть это очень хороший, стабильный доход. Это очень интересно и выгодно. У нас обновляются на данном этапе все материалы для партнеров, все рекламные материалы. То есть вы уже, возможно, видели информацию о том, что у нас сейчас планируется и уже практически запускается рассылка на русском и английском языке. Обязательно мы сейчас будем расширяться и вводить многоязычную систему и в личном кабинете, то есть это и рассылки, вебинары, и телемосты, и так далее, то есть целый ряд мероприятий. Это обязательно система обучения для партнеров. У нас есть четкий план и четкие шаги в работе. Четкая система организации работы лидеров на местах в регионах. Как я уже сказала, мы это говорим на рабочих встречах, на наших совместных, уже по нашим совместным планам. И, как я уже сказала в самом начале, новая гибкая и дополнительная бонусная система вознаграждения для лидеров. Это помимо основного маркетинга, то есть дополнительно для разных категорий активных людей и лидеров. Буквально два слова, то есть у нас уже сейчас вводится бонус для лидеров, которые умеют работать в офлайн, то есть на определенной территории в регионе. Отдельный бонус для лидеров, которые работают онлайн со своими группами и не ограничиваются рамками территорий. Отдельный бонус для партнеров, лидеров, которые находят и привлекают новых региональных лидеров. Это тоже будет интересно. И отдельный бонус для активных партнеров, которые участвуют в региональных лидерских советах. Коллеги, каждое наше движение, каждый наш импульс, с которым мы идем, мы ни на одну секунду не опускаем, не останавливаемся. Можно, то есть сейчас запускается эта возможность, и буквально уже с января, с Нового года мы активно просто идем с новой скоростью. Можно участвовать и получать все эти возможности, все эти бонусы, как применяя вместе, так же и по отдельности. И еще один очень важный момент для нас, как для партнеров. Нам очень важно задействовать все категории наших инвесторов-клиентов. А соответственно, для нас нужен новый уровень влияния. То есть это юридическое обоснование наших действий. Я думаю, сегодня об этом также скажет Виктор Бабурин.
Но то, что касается наших инвесторов, наших клиентов, то есть мы сейчас уже разрабатываем новые программы для клиентов, появятся новые возможности для партнеров предлагать напрямую продукт юридически обоснованный. Это очень важно. И также появится возможность нам, как партнерам, работать на территории Европы, России, других стран абсолютно открыто, законно, легально, корректно, профессионально и, как я люблю говорить, фирменно. Потому что у нас есть юридическое обоснование и есть напрямую продукт наш замечательный технопарк. Это очень мощный инструмент. И, коллеги, все детали мы подробно разберем уже начиная с 22 декабря на нашей рабочей встрече лидеров-партнеров. Я, как уже сказала, покажу это в цифрах, в конкретных шагах. Мы начинаем структурировать эту работу вместе и продолжаем работать с новой скоростью. Я сейчас хотела бы передать слово следующему выступающему. У нас очень много интересной информации. Я поздравляю вас с наступающими новогодними днями и с теми прекрасными возможностями, которые открыты для всех нас. Я надеюсь на наше сотрудничество и на замечательный результат, к тому, к которому идем, чтобы у нас все замечательно получилось. Благодарю вас. И до встречи. И друзья, меня слышно? Покажите, пожалуйста. Да, слышно. Спасибо, спасибо, спасибо. Я собираюсь сегодня выступать. Я выступаю сразу как бы два или три в одном. С одной стороны, я говорю как бы людям, которые избрались у нас в Таллине, пришли, и поэтому Таллин там, он не одним или восьми человеками, а целой аудиторией, которая вас всех видела, слышала и приветствует. Но я бы хотел сказать следующее, что я задумался, а как же мне обратиться? Друзья, товарищи, соратники, хочется сказать мир, люди мира, вот к вам я и обращаюсь. Таким образом, тема или, скажем, тот ракурс, которым я как бы выступлю сегодня и скажу то, что я хочу сказать, и что очень важно для нас, это в первую очередь значение адресных проектов, которые являются как бы основой. Самое главное то, что кто я? Я сам знаком с технологией Skyway, вернее, не знаком, а слышал первый раз в 2004 году. Но тогда, 11 лет назад, было трудно даже представить, что начиная уже с 2014 года, я думал, что этой технологии раньше мы не будем слышать, я просто как-то даже угадал, сам я буду участвовать в строительстве дома Skyway. Поэтому очень важно представить и сегодня понять для всех нас, что за всеми теми действиями, которые у нас предстоят, стоит бизнес, который еще только впереди. Вы понимаете, ведь мы фактически сегодня, являясь инвесторами, акционерами, мы инвестируем в будущее, мы вкладываем свои какие-то средства, но сегодня мы вкладываем в первый или так называемый нулевой адресный проект, это экотехнопарк под Минском в Мариной Горке. Это основа, но мы не задумываемся, порой мы думаем, да, мы получили какое-то количество акций, вложили какое-то количество долларов, евро, там неважно чего, рублей, естественно. И этим самым вроде бы процесс прекратился и сижу и жду. Фактически, давайте посмотрим несколько перспектив вперед. Фактически мы сегодня, инвестировав и как бы создав стабильность всему тому, что развивается в первом нулевом адресном проекте, да, в Мариной Горке, мы создаем себе стабильность в завтрашний день, потому что те акции или тем, что мы сегодня взамен получаем, мы будем потом впоследствии, мы и наши как бы родственники в будущем будут участвовать во всех адресных проектах, которые будут происходить в мире. Вы задумайтесь над этим.
То есть раз миллионы километров будут строиться, и мы своей маленькой долей будем участвовать уже тогда в распределении прибыли, которая будет приходить. А прибыль будет, естественно, приходить, потому что мы знаем, что эти проекты все очень эффективные по сравнению со всеми другими видами существующего транспорта. Сегодня еще этот транспорт существует как бы в головах людей все более и более расширяющегося сообщества, поддерживающего, солидарного, лояльного с этим проектом. И меня всегда даже в какой-то степени удивляет, когда людям рассказываешь о Skyway, рассказываешь о возможностях адресных проектов, люди загораются, и они в первую очередь, когда спрашиваешь, ну хорошо, а что же как бы вас зажгло? Люди говорят, что в большинстве случаев говорят, что меня зажгло то, что я получаю возможность сопричастным быть с процессом, который улучшает мир, улучшает природу, служит этому, потому что мы живем в безумном, как бы не будем чернить этот мир перед Рождеством, но очень непростом, меняющемся мире. Здесь я хочу сказать еще и то, что как бы один случай вам рассказать. Вы знаете, недавно мы с Инетой Анджане, которая уже выступала, были на семинаре в Вильнюсе. И для меня это является таким энергетическим, мощным как бы подспорьем, что-то там произошло. Был семинар, шла конференция, люди присутствовали, зал был полный. И с заднего ряда встает такой мощный мужчина и говорит: «Вы знаете, я из Шауляя. И я, в общем-то, жалею, что когда-то этот проект ушел из Шауляя. Скажите, пожалуйста, а есть ли еще какой-то маленький шанс у Шауляя, что какой-то адресный проект из Skyway придет сюда?» Ну и тогда всем сообществом и выступал там по телесвязи Сергей Серберяков. Он сказал, что давайте договаритесь с Масловым, это придет. Потому что человек сказал, что мэр города Шауляй очень переживает, что этот проект ушел. Все многие люди переживают, что эти проекты как бы пока отдалились от Шауляя. Но суть не в этом. Суть в том, что уходя потом, он вынужден был раньше с конференции, этот человек вышел, попросил прощения и сказал: «Вы знаете, я сам по своей специальности пастор. Поэтому сегодня, посмотрев на все, что здесь происходит, я понял, что вы занимаетесь делом, которое радеет о сохранении и процветании мира и природы. Я даже это дело записал, понимаете, потому что меня настолько это как бы задело. И о процветании человека. И это является богоугодным делом. Я благословляю вас, сам присоединяюсь к этому делу». И все это дело перекрестил и сказал «Амен». Ну, слушайте, это очень мощный допинг. Я постарался сейчас его вам передать и надеюсь, что вы это тоже прочувствовали. Потому что я это эмоционально очень пережил. Вот. Теперь, дорогие друзья, хотелось бы... Друзья, вот видите, выскочило. Теперь я знаю, как вас всех называть. Это дорогие друзья. Мы делаем наше совместное дело. И когда я задумываюсь, а что же это такое? Что такое адресный проект? Как он потом будет развиваться? Да, мы идем от первого нулевого адресного проекта в Марьиной Горке, который является, как бы от него будут дублироваться, от него будут отходить другие следующие модули, модульные адресные проекты. Но в первую очередь надо его завершить. Поэтому мы за это сейчас и радеем. И хотелось бы еще сказать такую вещь, что, смотрите, наше совместное дело, зарожденное еще 40 почти лет назад в мыслях в квантовом пространстве, как говорят сейчас физики, Анатолия Эдуардовича Юницкого, оно разрастается, оно притворяется, оно начинает приобретать свою как бы телесное воплощение в этом мире. И поэтому... Все то, что мы делаем, сегодняшнее мероприятие, на мой взгляд, является мощным, как бы иммунитетной системой иммунитета. Это укрепляет иммунитет, создает иммунитет устойчивости в том процессах, в тех процессах, которые сейчас везде и в социуме, и в обществе, ну, в социуме и вообще вокруг происходит, во всем мире. Таким образом, как говорится, что бизнес еще только впереди.
И очень важно, насколько активно мы в этом участвуем. И когда я разговариваю с людьми, то люди говорят, да, я чувствую, что неважно, буду я участвовать в этом деле, проект все равно пойдет дальше. И как сказал один финн, не постесняюсь повторить это, он говорит, я только потому войду сюда, я еще не знаю, что это такое, я еще не понимаю, я не технический человек, но я чувствую, что ты от души говоришь об этом, и я не хочу быть тем финном, который башмаком потом будет когда-то бить себе по заднице и говорить, почему я в это не вступил, почему я туда не приложил свое дело. Даже не важно, заработал я или не заработал. По крайней мере, для меня будет важно, что я приложился к этому делу. Таким образом, я практически все, что я хотел, выплеснул от души вам всем, да? И этой аудитории, которая передо мной сидит, многие улыбаются, смотрят на меня. Я хочу пожелать вам добрых дел, процветания в преддверии и Рождества. Но не забудьте, впереди большие дела. Мы сегодня укрепляем свою иммунную систему, тем самым мы укрепляем мир. Дай Бог вам всем добра и процветания. Спасибо. Приветствую всех, всех. Я так понимаю, что теперь мое слово. Поскольку великолепно слышно меня. Алло, алло, алло. Так, слышно на 7. Отлично, кому-то слышно. Ну, не на 4. Главное, что нас слышно, если что, запись потом видео. Необыкновенно счастлива приветствовать всех вас, потому что в свое время мы настолько ждали технологий, в которых мы можем участвовать, технологии, которые полностью материализуют на планете Земля человечество, которое показывает макросознание. Макросознание – это сознание единства, это способность видеть всю картину в целом. Вот что-то там хрипит, микрофончик подальше. Давайте попробуем, как сейчас. Фонит, у кого фонит? Так, окей, сейчас хорошо. Отлично, великолепно. Я приветствую всех вас, я приветствую всех студентов, кто здесь с Академией макросознания. И наша задача с вами сейчас здесь – понять грандиозность, в которой мы участвуем. Для чего пришла конкретно я? Мне очень важно внести новый уровень образования для инвесторов. Сейчас у нас сводится единая площадка вебинаров, у нас не будет больше разделения между инвесторами RSV System и инвесторами Capital, потому что мы все с вами относимся к головной компании, мы все с вами инвестируем в строительство экотехнопарка, и наша задача, чтобы наше сознание соответствовало тем новым технологиям, которые мы с вами пытаемся внедрить. У нас с вами появится в ближайшее время на сайтах и RSV, и Capital общее расписание вебинаров, чтобы вы могли выбрать свое собственное направление, которое вам больше всего соответствует, и начать в этом направлении развиваться. Я сейчас говорю об образовательном направлении. И, конечно, у нас всегда после обучающих курсов будут встречи студентов или встречи инвесторов. И наверняка первая такая встреча будет этим летом в Минске, потому что это абсолютно логично, это абсолютно естественно. У нас КБ и тестовый участок старт технологии по планете Земля находится в Минске. Поэтому где как не в Минске начинать собирать конференции, где все мы с вами можем встречаться. На сегодняшний день мы с вами занимаемся тем, что участвуем в совершенно уникальном планетарном проекте, который на самом деле реально помогает сознанию человечества выйти на новый уровень. Вот это сознание единства, о котором сейчас на планете очень много сказано, но мало кем понято, мы с вами являемся теми, кто через технологию как бы проявляет на планете Земля совершенно нового человека. Куда бы мы ни стремились, куда бы мы ни шли, какие бы технологии мы ни внедряли, в первую очередь мы стараемся возродить то человечество, которое на самом деле и приходило унаследовать эту землю. Многие-многие воплощения и многие времена с начала сотворения человечества. Нам всегда и всем были очень близки именно общечеловеческие стремления к миру, к единству всех жителей на этой планете, к стабильности, к счастью и, самое главное, к созданию такой экологии
и сознание, и процветание, и проживание на этой планете Земля, чтобы нам было, не будем сейчас использовать фразу, там не стыдно перед потомками, мы с вами есть эти потомки, а чтобы нам было комфортно существовать на этой планете, и мы наконец создали это общество прогрессивных людей, которые живут в единстве с планетой, на которой они находятся. Еще североамериканские индейцы много столетий назад и по сию пору поют песню, которая начинается словами: «Мы не унаследовали землю от наших предков, мы берем ее взаймы наших потомков». И то, в чем мы с вами участвуем, это уникальная технология струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это ближайшая технология миру, которая помогает возродить человечество с позиции макросознания, единства, и где нам не стыдно перед нашими потомками, потому что, глядя вперед на столетия, сказать, что мы сейчас внедряем технологию, мы внедряем через технологию новое сознание, которое поддержит не только нас, не только наших ближайших потомков, наших детей и внуков, но наших правнуков и последующие за ними поколения. И настанет момент, когда вы станете легендой, когда ваши глубокие потомки, а может быть и ваши ближайшие внуки, будут говорить с гордостью о том, что вы являлись теми, кто способствовал возрождению нового человечества на планете Земля. Почему макросознание на сегодня выходит на первое место? Сознание единства и способность видеть всю картину в целом. Почему она очень важна сейчас? Вы вступили на путь поддержки технологий очень высокого уровня. Это высокие технологии в полном смысле и в полной мере. Так вот, высокие технологии требуют высокого уровня сознания. Сейчас, когда все человечество перешло в эру квантового состояния сознания, знает об этом человек или нет, желает ли он в этом направлении работать или нет, нет, мы находимся в эре квантового состояния сознания, которое гласит, что наблюдатель влияет на ход эксперимента. И это один из секретов или фокусов, почему сейчас вы наблюдали, те, кто раньше подключился к комнате, уникальный видеоролик, видеоряд, который был специально к сегодняшней конференции, его до этого не показывали ни разу, и где мелькало такое изображение, что только в июне, только летом был выделен тестовый участок официально по всем документам для внедрения технологии SkyWay. И сейчас еще только декабрь, прошло всего очень мало месяцев, на самом деле, вот я как профессиональный строитель в прошлом, я понимаю, что это ничтожное время, и каких грандиозных успехов мы достигли на этой тестовой площадке. Это в том числе и потому, что вы как наблюдатели, вы те, кто знает, вы влияете своим сознанием на ход эксперимента, и чем больше вас, чем больше нас будет абсолютно знать внутри, что мы те, кто в ближайшее время будет пользоваться этим транспортом, жить в этих уникальных городах и заниматься развитием своего сознания для сохранения планеты и человечества, тем быстрее наш тестовый участок будет завершен, тем быстрее мы пройдем сертификацию, и тем быстрее мир получит возможность объединяться. Мы действительно с вами те, кто строит эти реальные города. Наша задача, нашего отдела, для того, чтобы соответствовать высоким технологиям в нашем высоком сознании, которое мы с вами сейчас будем развивать, важно, чтобы вы были целостны, чтобы вы понимали не только, что такое макросознание, чтобы вы могли разбираться, вам не нужен для этого спецобразование или каких-то спецкурсов проходить, садиться еще за парты на десятилетия, но важно, чтобы вы могли понимать макроэкономику, макрополитику, чтобы вы знали, что такое макропрогнозирование, куда движется планета, куда движется человечество, кто кем управляет, где вы сегодня в этой точке, куда вы хотите двигаться и где вы хотите быть. И самое уникальное, что изобрело человечество на этой планете Земля, это развитие технологий, как бы это ни было, но именно технологии помогают развиваться человечеству. У нас появляется все больше времени. Чем более высокий уровень технологий, тем больше времени у человечества остается на себя и на развитие своего сознания. Все это мы будем проходить на нашей новой серии вебинаров.
вам будет очень легко это отслеживать, потому что у нас готовятся видеоблоки. Для каждого спикера будет свой видеоблок. Вы сможете их выбрать интересующую вас тему развития. Вы сможете очень легко следить, даже если вы не успели попасть на вебинар. Мы, к счастью, живем на разных континентах, в разных странах. У нас разные временной часовые пояса, поэтому вы сможете потом у спикера, вместе с которым вы развиваете свое сознание, подключиться и всегда посмотреть, что было следующее, какова была следующая тема. Будет очень много интересных программ. В дальнейшем это приведет к тому, что, конечно, как только сейчас начнет технология внедряться широко, мы сейчас не говорим о сертификации, мы будем считать из складного состояния сознания, что это внедрено, что мы уже занимаемся этим, мы уже начали строить, внедрять адресные проекты. Так вот, на тот момент вы будете очень важны, потому что вы будете те первыми, кто сможет быть руководителями этих адресных проектов, кто сможет возглавлять отделы на местах, кто, как не вы, будущие строители, будущие не только инвесторы, а те, кто будет эксплуатировать и применять эту дорогу, этот транспорт, эти города, вы те, кто знает это с самого начала. И вы те, кто лучше всех других, лучше многих, сможете помочь во внедрении технологии. Вот на это будет нацелена наша обучающая программа образовательная. Еще раз сделаю акцент, что у нас вводится единое расписание. Расписание, где будут выступать спикеры площадки RSV System, спикеры площадки фонда Capital. И наша задача привести вас к единству. Наша задача помочь вам поднять свое сознание настолько, чтобы вы вышли за пределы драм, страхов, трагедий, чтобы вы понимали, вы самое могущественное существо на планете. И если вы вливаетесь командой в какое-то действие, в какую-то технологию, эта технология знак равно уже внедрена. А сейчас я не буду уже больше тратить ваше время и свое время, потому что впереди у нас уникальный спикер, которого мы все ждем. Сейчас я предоставляю слово Виктору Бабурину, потому что у него очень интересная тема. Следом за новым уровнем сознания вам необходимо понимать уровень юридических инвестиций. Итак, Виктор, предоставляю тебе слово. Здравствуйте. Включите, пожалуйста, чат. Так, коллеги, прошу тогда указать, слышно меня, видно, что-то тормозит или не тормозит. Угу. Выключай. Да, спасибо большое. Значит, сегодня ведем репортаж, как обычно, из ядра нашей компании, нашего проекта. Да, это бизнес-центр «Титан», город Минск, Республика Беларусь. Значит, из конструкторского бюро проектного института ЗАО «Струнные технологии». Угу. Значит, я тогда буду краток, не буду так красноречив, как мои коллеги. Вот, просто пройдусь по 5 пунктам, которые я хотел бы отметить особо в той работе, которая была сделана за 2015 год. И благодаря этой работе мы можем сейчас говорить о том, что юридическая защита качественно улучшается. Сейчас, одну секундочку, сделаю потише звук. Но я делаю маленький намек, что вы можете в свою очередь у себя на компьютере сделать звук потише. И тем самым решите все проблемы. Значит, кто не знает, как это делать, потом, я думаю, для этого можно провести отдельный вебинар. Значит, так, по поводу пунктов. Значит, первое, реструктуризация, которая была проведена, завершена в июне этого года, которую мы довольно долго готовили, потому что процесс создания компаний, переноса в них интеллектуальной собственности и переноса, разделения акций на группы, переноса этих акций во владение холдинговых компаний, это вопрос не быстрый, и если кто думает, что все это делается за день, два, три или неделю, глубоко ошибается, но... Так. Все, Макс, ладно. Значит так, реструктуризация была проведена успешно, все акционеры были перенесены из 4 британских компаний в единый холдинг.
который был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, что позволило нам сохранить высокий уровень защиты для наших инвесторов, что является приоритетом, и одновременно оптимизировать налогообложение и снизить сопутствующие расходы на ведение реестра и передать реестр на ведение реестродержателю, вот, за довольно вменяемые деньги, потому что чем больше реестр акционеров, тем больше денег за это просит специализированная компания. И может случиться так, что в какой-то момент мы могли бы работать только на содержание, на оплату компании, которая содержит реестр, потому что акционеров действительно много. Значит, реструктуризация прошла. Следующим позитивным и довольно качественным сдвигом, этапом было присвоение акциям компании холдинга Eurasian Rail Systems Holding международной организации ISIN, международного кода. Кто из наших инвесторов обладает достаточной компетенцией и участвует в торговле акциями и фьючерсами на биржах мировых, тот, кто взаимодействует с брокерами, кто взаимодействует с иными участниками фондового рынка, те отлично понимают, что такое международный классификатор, для чего он нужен. Вкратце, это для того, чтобы наши акции были признаны на международном рынке и были видны в международной системе расчета ценных бумаг. Вот. То есть это первый шаг к, скажем, взрослению нашей компании и признанию на международном уровне. Да, он небольшой, но он должен был быть сделан, и тот факт, что после переговоров с международным классификатором, с организацией, которая присваивает эту классификацию, то по нам было вынесено позитивное решение, вот, говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Далее, следующий, третий очень важный для нас момент, это то, что после поездки в Словению, которая была организована в рамках белорусско-словенского форума по развитию бизнеса. И на этом форуме мы хорошо презентовались и хорошие связи получили в белорусском бизнес-сообществе. Вот. И вот это вот, скажем, был первый этап для того, чтобы начать переговоры с инвестицией и приватизацией Республики Беларусь. Это созданная компания государственную в Республике Беларусь, которая занимается привлечением как иностранных инвесторов в страну, так и развитием внутреннего инвестиционного рынка. Она занимается отслеживанием всех потенциально крупных, интересных проектов инвестиционных, делает их анализ и помещает в базу крупных проектов инвестиционных Республики Беларусь. Вот. И мы начали с ними переговоры, предоставили все необходимые документы, и по итогам этого анализа, своего внутреннего проведенного, агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь включило нас в перечень крупнейших инвестиционных проектов. Мы находимся, если не ошибаюсь, там на 10-м месте. Вот. То есть это дало нам дополнительный аргумент для того, чтобы показать, скажем так, нашим сторонникам и заинтересованным крупным инвесторам, то, что компания признана, проект признан, и он в стране обладает пусть небольшой, но как бы уже, скажем так, поддержкой. Вот, все эти мероприятия позволили, в том числе активно ведущаяся стройка уже с сентября этого года, да, когда можно приехать, посмотреть, можно посмотреть для заинтересованных лиц документы строительные, вот, можно пообщаться, как некоторые наши инвесторы делают прямо на стройке с представителями компаний-подрядчиков. Вот, то есть мы обладаем всей необходимой видеобазой, документальной базой для того, чтобы утверждать, что проект реально инвестиционный. Да, но в том числе и агентство инвестиций и приватизации не зря свой хлеб кушает, это также подтверждение от них. Вот, значит, сейчас одну секунду. Значит, все эти мероприятия позволили нам сейчас произвести, ну, в ближайшее время произведем небольшое изменение в инвестиционной, в юридической схеме работы, вот, и мы перейдем на договор инвестирования с обеспечением. Тем самым мы говорим о том, что инвестор
человек инвестирует денежные средства непосредственно в развитие, строительство конкретного инвестиционного проекта, у которого есть договор аренды, у которого есть номер, который зарегистрирован в официальных базах, тем самым человек инвестирует в договор, по договору инвестирования, как я сказал выше, деньги в проект, а взамен в обеспечении этих инвестиций, ну, можно сказать, залог, да, в обеспечении этих инвестиций ему передаются акции головной компании холдинга. И тем самым мы еще более, скажем, упрощаем сделку и делаем ее еще более прозрачной и понятной для любого инвестора. Инвестируешь в проект, в обеспечение своих инвестиций ты получаешь взамен акции головной компании холдинга. Вот, в принципе, все просто, тут, можно сказать, никаких новых сложных вещей нет, просто мы еще более приблизили юридическую схему к реальности того, что происходит в проекте, и, а это нам позволило, опять же, строительство технопарка, которое началось. Вот, значит, далее, в принципе, как только включим новый договор инвестирования, мы изменим, также внесем изменения в инвестиционный меморандум для инвестора. Как я говорил ранее, этот документ такой же живой, как и сама компания, он активно развивается вместе с компанией, и в него будут вноситься изменения по мере тех изменений, которые будут происходить в компании. Поэтому в ближайшее время инвестиционный меморандум, который расположен в личном кабинете rsvsystems.com, и любой инвестор может ознакомиться со всеми внутренними документами, которые там приложены, в него будут внесены изменения и уточнения. И вопрос пятый, я хотел бы немножко остановиться по поводу IPO и по поводу того, как люди там могут работать на открытой бирже со своими акциями. Этот вопрос часто задается. Первое, что я хочу сказать, я не сторонник преждевременных решений такого сложного характера, как IPO, потому что это очень сложный инструмент, очень дорогой инструмент. Не надо думать, что я просто мы каким-то образом волшебным попадаем на биржу и начинаем там котироваться. Так не бывает. Это очень сложный процесс и очень затратный, включающий в себя работу с большим количеством консультантов, услуги которых стоят довольно большие деньги. Поэтому надо понимать, что стратегия выхода, потому что будет не очень правильно, если вдруг мы выйдем и обвалимся. Ну, по какой-то причине. Например, акции Фейсбука, которые размещались на высокотехнологичной бирже NASDAQ, упали, если я не ошибаюсь, чуть ли не на треть, а или даже больше, в первый день. Я понимаю, что у инвесторов Фейсбук в это время посидели волосы. Потом они вернулись через какое-то время, но, сами понимаете, очень не хочется таких неприятностей. Вот, поэтому я вам объясню как бы следующее. IPO не панацея. И вы должны понимать, что спрашивая вопрос про IPO, вы не спрашиваете на самом деле про IPO, вы спрашиваете, когда я смогу свои инвестиции вернуть. Вот это правильный вопрос, потому что IPO это немножко для другого нужно. IPO нужно для того, чтобы деньги дополнительные и большие привлечь в компанию, для того, чтобы сделать качественный новый рывок, на новый шаг. Например, там, условно говоря, привлечь столько денег, чтобы купить там 50 месторождений для компании и для них провести струнный транспорт, и самим владеть этими проектами и толкать эти продавать продукцию этих месторождений на рынке и самим на этом зарабатывать. Вот для этого IPO нужно. А для того, чтобы конкретно один инвестор, наш владеющий небольшим пакетом, хотел бы получить прибыль, для этого IPO не нужно. Для этого компания может произвести в какой-то момент просто обратный выкуп, то есть предложить всем инвесторам по определенной цене продать свои акции компании, когда компания будет иметь прибыль. И все, и тогда таким образом вопрос с теми, кто хочет выйти, скажем так, из лодки, он снимается, они их по устраиваемой их цене, они выходят из компании и свои инвестиции тратят на что-то еще. Те, кто хотят остаться, остаются и ждут дивидендов. Или часть акций могут продать. То есть это, опять же, вариантов масса. И в заметке, которая в статье, которую я недавно написал, я вывешивал на социальных сетях, говорится о том, что сейчас финансовые инструменты меняются с огромной скоростью. Вы все слышали, я думаю, уже о этом биткоине, да, о криптовалютах, о технологии блокчейн, которая лежит в ее основе,
И вот благодаря сейчас появлению таких новых финансовых инструментов, вы не представляете, какие нас изменения ждут в финансовой системе в ближайшее время. Я общался уже с рядом, скажем так, онлайн-бирж, которые работают не по простому принципу, закрытому для большинства обычных инвесторов, да, когда нужно большие деньги потратить на брокера, нужно сложную манипуляцию с этим проводить. Есть уже сейчас, готовится в течение полугода, 9 месяцев, онлайн-биржа децентрализованная, которая позволит любому инвестору, любой компании спокойно открывать вторичный рынок и привлекать деньги вне зависимости от того, где ты живешь. Тебе не нужен брокер, тебе не нужен банк, не нужен андеррайтер, не нужен регистратор. Это будет все основано на технологии блокчейн, и компания будет напрямую взаимодействовать с инвестором, или инвесторы будут напрямую взаимодействовать друг с другом, без дополнительных расходов. Вот я провел переговоры недавно с ребятами из Канады, компания называется Equibit. У них даже есть сайт, вы можете посмотреть ее в интернете. Equibit. Как Equity и Bitcoin. Equibit. Это площадка, которая запускается бывшей командой, которая работала в Deloitte. Это один из крупнейших аудиторов мировых. Это сильные accountants, скажем так, бухгалтера, финансисты, которые очень увлечены технологией децентрализованных площадок. И поэтому, когда мы с ними пообщались, сказали, что ваш проект подходит для нас идеально. Когда мы через 6 месяцев собираемся запуститься, давайте мы поработаем, потому что нам интересно привлечь огромное количество людей на площадку, а вам интересно сделать наиболее дешевый и доступный для инвестора способ продать свои акции, платить дивиденды, организовывать общие собрания. То есть, как он сказал, да, вот этот молодой человек, который собирается революционировать мир, ну, мы здесь с ним в этом сошлись, он сказал то, что... То, что мы хотим сделать, вот эта вот онлайн-биржа децентрализованная, это то же самое, что она сделает для рынка ценных бумаг мирового, то же самое, что сделала печатная машинка для мира писания пером. Вот процессы будут происходить на гораздо более быстром уровне. Вот. Это я просто к чему веду, что мы занимаемся инновационным бизнесом, да, мы занимаемся краудинвестингом, мы занимаемся инвестированием в новые сложные технологии. И финансовая, и юридическая часть также должна быть. И она отвечает. Поэтому я говорю о том, что те инструменты, которые мы будем применять, и как даже мы сейчас уже применяем, это все передовые вещи, да, это новые вещи. И, конечно, мы будем пояснять, конечно, мы будем рассказывать про это. Конечно, я в идеале приглашаю бы людей, которые будут заниматься нашими вопросами, в том числе и обслуживанием, вот на этих, на биржах пообщаться. Конечно, они, я думаю, что согласятся рано или поздно, когда наши договоренности будут на определенном уровне. Вот. Просто у нас впереди, правда, ждет очень много интересного. Поэтому спасибо большое, что предоставили мне возможность выступить. Я был очень рад передать эту информацию вам. Поздравляю с наступающим Новым годом всех наших инвесторов. Значит, сейчас мы включим, в преддверии выступления Анатолия Эдуардовича, мы включим небольшой 5-минутный ролик, который, скажем так, в сжатом виде расскажет о сделанном за Новый год, спасибо, вот, за этот год. И следующее выступление будет Анатолия Эдуардовича, который уже подробно в своей манере расскажет, как бы известный, детальный, дотошный, вот, расскажет о том, что сделали за это время и что будет. Все, всем спасибо, отключаю. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Как меня слышно? Так, хорошо слышно? Отлично. Я хочу свое выступление, свой отчет за проведенную работу в 2015 году проиллюстрировать с помощью слайдов. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И хочу дать, тут вопросы были, нет технической информации, в том числе дать техническую информацию, не только организационную, но и финансовую информацию. Но приезд в Белоруссию был непростым, потому что он сопровождался с шпионским скандалом в Литве. Ну, сегодня там говорили, что мы получали землю у Шауляя.
Ну, видно, кому-то очень сильно перешли дорогу, и включились определенные силы противодействия. И даже в конце прошлого года про правительственные о том, что этого международного шпиона Анатолия Юницкого, который вылетает с вирусом молодых в Египет с семьей, и был указан даже номер рейса и время вылета, нужно арестовать прямо в аэропорту. И вот на этом фоне я приехал в Республику Беларусь, и фактически работа началась с нуля в Беларуси. Но уже 24 января был выбран участок земли для строительства будущего экотехнопарка. У нас было много вариантов выбора участка, и нам предлагали воинские части, которые закрыты, нам предлагали прийти в технопарк под Минском возле аэропорта, где руководят китайцы, и предложили за гектар земли заплатить по миллиону долларов. То есть мы, наверное, до сих пор еще собирали деньги на эту землю. И выбор я сделал вот за Марьиной горкой. Это и место хорошее, знаковое. Это практически центр Европы. Там недалеко от Марьиной горки находится точка, которая является центром Европы. И там адекватная власть, с которой, ну, у нас установились нормальные отношения. И началась уже работа по отводу земельного участка. Обычно эта процедура занимает не меньше года. Если мы работали вот в Литве, в Шауляе, то я не уверен, что до сегодняшнего дня отвели бы участок. Но уже 16 апреля было очевидно, что мы участок получим. Мы начали геодезические исследования для того, чтобы понимать рельеф местности, чтобы оконтурить участок и осуществить уже землетвод этого участка. И уже выиграв конкурс 22 июня 2015 года, мы заключили договор аренды земельного участка. Но это договор на аренду земельного участка. Почему аренду? Можно было выкупить, но это было бы намного дороже, а права были теми же. И мы арендовали на 25 лет, хотя можно было на 29 лет, просто было бы это в 3 раза дороже. Потом, в будущем, мы продлим срок аренды до 99 лет. В 29 июня был уже заключен договор аренды, и ну, он прошел государственную регистрацию. И 17 июля на выделенном уже под экотехнопарк участке были проведены инженерные изыскания. 20 июля был уже сформирован костяк проектно-конструкторского коллектива ЗАО «Струнные технологии». Многие недопонимают, что это такое, поэтому я более подробно на этом остановлюсь. Вообще серьезные коллективы проектно-конструкторские создаются десятилетиями. И у нас очень сложные задачи стоят по проектированию и конструированию. Могу сказать, что ни одна компания в мире такие задачи, такой комплекс задач перед собой не ставила. Ведь мы проектируем, допустим, высокоскоростные минибусы. Это аналог самолета, только более эффективно. Мы проектируем городские юнибусы, это аналог автобуса, причем несколько моделей там и там. Мы проектируем юникары, это аналоги самосвалов. И продуктопроводы проектируем SkyWay, это аналоги промышленных конвейеров. Но это только подвижной состав. Мы проектируем и разрабатываем специально новую эстакаду. Причем комплекс, не просто там мост или опоры, эстакады, но и сопутствующую всю инфраструктуру. Ведь когда Форд делал свои автомобили, он не проектировал дороги, мосты, заправки, пешеходные переходы и много чего другого, светофоры, семафоры. А нам нужно весь комплекс сделать. И стрелочные переводы, и станции, и вокзалы, и терминалы, причем уникальные,
потому что погрузка, разгрузка должна быть на ходу, потому что у нас другая логистика, она уникальна, чтобы снизить себестоимость перевода. У нас автоматизированная система управления движением, безопасности, энергообеспечения и связи. Это сложнейший комплекс работ. Вот подобную работу, например, делает только вот эту часть, делает фирма Thales, это французская компания, где работает 40 тысяч инженеров. Они проектируют автоматические системы управления для уже высокоскоростных железных дорог. Я как-то был там, когда работали в Ханты-Мансийске, мы планировали заказать автоматизированное управление в фирме Thales. Они сказали, да нет проблем, адаптация нашей системы 5 миллионов евро, а потом километр системы управления, если отнести ее к километру трассы, будет стоить 1,5 миллиона евро за километр. Я говорю, так у нас дорога дешевле. Они говорят, это ваша проблема. И когда я спросил, как она будет работать, и если, допустим, вертолет положит бревно на путь, система управления ваша заметит? Они сказали, нет, не заметит, бревно. А мы сейчас разрабатываем систему управления, которая заметит спичечный коробок на расстоянии 500 метров. И мы уже провели соответствующий эксперимент. И это непростая вещь. Это даже, наверное, сложнее система управления, чем у крылатых ракет. Если взять, допустим, Siemens, то они создали систему управления поездом на магнитоподушке Трансрапид, но она была несовершенна. И это, кстати, перечеркнуло этот проект, потому что они допустили аварию на тестовом участке. Погибло 23 туриста. А все почему? Потому что сама концепция, инженерная концепция поезда на магнитоподушке плохая, несовершенна. У них зазор между вагоном и вот юбка и балка, причем с трех сторон надо хватить эту балку, всего 10 миллиметров. Поэтому если попадает снег, лед, камушек, аварии, погибнут люди. Если там наледи образуются, листья деревьев упадут или там веточки, да. Поэтому они разработали чистящую машину для очистки полотна. И каждый день чистили на тестовом участке в Германии. И в один день, непрекрасный, плохой день, да, они посадили с одной стороны в поезд на магнитоподушке 23 туриста, чтобы покатать свою замечательную дорогу, а с другой стороны навстречу поехала машина, которая стала чистить полотно. Система управления не заметила машину. И не столкнулись на скорости 170 км в час. Все погибли. И после этого, естественно, ни одного заказа на Трансрапид у Siemens'а нет. Это только часть вопросов, которые мы решаем вот этим небольшим коллективом. Это еще на замковый офис, это вот в июле, там где-то человек 80 конструкторов, сейчас у нас 120 конструкторов. И мы этот комплекс делаем, и делаем лучше, чем другие. И это настолько непросто. И поэтому я считаю это вот своей главной заслугой, вот эту работу. Недавно я прочел статью о том, что в России хотят возродить создание экранопланов, экранолетов. Мы наоборот уходим от эффекта экрана, потому что экран ухудшает аэродинамику двора. И вот коллектив, который проектирует экранолет, экраноплан, ну это аналог нашего Юнибуса. 500 конструкторов. Это только одну задачу не решат, они 500 конструкторов. И сейчас, естественно, мы дальше развиваем наш коллектив. Сейчас у нас уже 120 человек, а в следующем году должно быть 200. Это тоже мало, но мы не можем быстрее развиваться из-за недостаточного финансирования. И сейчас основное финансирование уходит на вот работу коллектива проектно-конструкторства. Это где-то 80-85% прихода инвестиций идет вот на плату проектива, на содержание офиса, там программы, компьютеры, налоги и так далее. И уже только остальная часть идет на стройку. Это остаточный как бы принцип у нас. Ну, другого выхода у нас нет. Чуть-чуть. Звук пока. Звук.
так сделали. А что такое раньше не знал? Так, 21 июля было получено разрешение на проведение подготовительных работ. Без этого разрешения на стройку выходить нельзя. Это только 21 июля. 25 июля мы всем нашим дружным коллективом вышли на субботник для того, чтобы подготовить уже участок земли. Там мы вырубили ряд кустарников, деревьев, которые самосев, которые не нужны. Мы вместо них посадим сады. И больше деревьев мы посадим, чем мы вырубили. При этом то, что мы вырубили, было складировано. Это не выброшено на помойку и в мусор. Это будет превращено в гумус в нашем жилье. И будет превращено в плодородную почву, как это и происходит естественным путем в природе. 31 июля мы уже выросли из старого как бы, офиса, там у нас было 1500 квадратных метров, и переехали в современный бизнес-центр «Титан». Сейчас у нас здесь 4 этажа, 3000 квадратных метров. И я к любому вопросу подхожу комплексно, и даже вот переезд об этом говорит. То есть у нас сейчас площадь, причем в лучшем месте, лучший офис. Чем бы до того, площадь увеличилась в 2 раза, а арендную плату мы платим на 30% меньше. 12 августа к нам приехали инвесторы из нескольких стран, наши партнеры, и была установлена первая опора антитуарного струнного ограждения, и была заложена капсула времени. Ну, капсула времени для наших потомков 15, 50 и 100 лет. Это то, о чем сегодня говорили. Это мы послание сделали для тех, у кого землю взяли взаймы. Это мы у них взяли землю взаймы. И мы перед ними несем ответственность. 7 сентября получено решение на проведение строительных работ. Вот только тогда мы могли выйти на стройку. Причем мы это проделали где-то в 3 раза быстрее, чем обычно. Вот от идеи, где взять землю, до получения разрешения и на начало строительства. Если бы мы вышли раньше на строительную площадку, то на меня бы завели уголовное дело, как руководителя проектной организации, так? И у нас бы заводняли землю. Это нельзя делать, это преследуется по закону. Поэтому срок, когда иногда говорят, что мы медленно строим, мы только 7 сентября могли выйти на площадку. Прошло там 3 месяца с небольшим. 10 сентября уже был котлован под уникальный транспортно-логистический комплекс, который представлял собой станцию, выполняющую также роль анкерной опоры. То есть у нас не просто анкерная опора, я привел такую аналогию, у нас целый комплекс, где будет пересадочный узел с городской системой транспортной на высокоскоростную. При этом производительность этого комплекса, размеры которого, этой станции, она маленькая, анкерная опора, 12 на 18 метров. У нее такая же производительность, порядка 6-7 миллионов человек в год, которая у дубайского аэропорта. Но кто был в аэропорту, наверное, знает, что там километры в одну сторону, километры в другую. Идешь по тому зданию, идешь часами, думаешь, когда оно закончится наконец. Неудобно очень, да? При этом тот аэропорт стоит где-то под 10 миллиардов долларов в современных ценах, а наша станция вместе с анкерной опорой, где-то порядка миллиона долларов. И вот что мы начали строить только 10 сентября. Так, 11 сентября был установлен паспорт объекта, потому что нельзя строить без паспорта. И мы оградили площадку, потому что тоже нельзя строить без ограждения. 26 сентября на территории Катехнопарка были проведены испытания действующей модели подвесного, не только юнибуса, а и самого комплекса монорельсового масштаба 1 к 10. Он может развивать скорость где-то здесь до 40 км в час, здесь пролет порядка 50 метров. И это уже действующая модель, многие думают, что это макет. Нет, макет это из пенопласта. Это действующая модель, где есть все,
именно комплекса, а не единицы, где есть все, и ампернапор, и струнный рельс, и натяжение, и анкеровка, и юнибус, который имеет не только двигатель, колеса, там, противосходную систему, салон, там, дверь, которая открывается, закрывается, но он еще имеет бортовой компьютер, который управляет, может управлять в автоматическом режиме юнибусом. В том числе он оснащен машинным зрением, что наш подвижной состав, он зрячий, он видит, и он имеет интеллект. Интеллект достаточный, чтобы принимать ответственные решения. Но наш Михаил Кириченко, который репортажи делает о нашей работе, он вообще-то голливудский актер, он снялся в одном из фильмов голливудских, который шел недавно на экранах и России, и Беларуси, где он сыграл роль директора БелАЗа. И когда БелАЗ демонстрировал автоматическую систему управления этим гостям, которые приехали, чтобы посмотреть работу, потом приобрести БелАЗы, нехорошие люди, террористы вмешались, взломали систему управления, хакеры, и начали управлять БелАЗом и давить людей. И разрушили весь фактический БелАЗ, завод. У нас это невозможно, потому что там БелАЗ не имел интеллекта, а наш юнибус имеет интеллект, и вот это было бы невозможно. Он просто бы отключил хакера и не стал бы его слушать. И если его действия были направлены на вред системе самой, пассажирам, которые едут в транспортном средстве юнибуса, и окружающей среде. Поэтому юнибусы наши имеют интеллект, и, как я сказал, они видят, но они еще имеют осязание. Это тоже очень важно. Но аналог осязания, то есть они имеют органы чувств. И это виброакустика. И как хороший дирижер знает, как играет там оркестр на скрипочке или там на рояле бьет кто-то по барабану и знает, кто фальшивит и кто неправильно играет, так и наш юнибус оснащен этой системой, и будет знать, как работают все его узлы, элементы, агрегаты, которые не только вращаются, движутся там колеса, подшипники и так далее, но которые стационарный, такой, допустим, как каркас, несущий каркас юнибуса. Если там появится трещина, звучание этого каркаса станет другим, и система управления это определит. Она определит, как он подшипник стал греться, стучать. Она определит, какая опора опустилась или наклонилась, потому что он мониторит юнибус не только себя, но и дорогу. Она определит, если будет проблема со струной или с анкерной опорой. Поэтому у нас совсем другой подвижной состав. И вот первое испытание модели подвижного комплекса были проведены 26 сентября в Экотехнополе. 1 октября был залит фундамент строящейся анкерной опоры. Значит, фундамент это непростая часть опоры, потому что в отличие от традиционных зданий, где вертикальная нагрузка, на анкерную опору действуют усилия, вот на эту первую анкерную опору порядка 500 тонн, где-то даже около 600 тонн. При этом вот эти усилия горизонтальные на высоте порядка 10 метров, они обусловлены как предварительным натяжением струнных элементов, так и температурными усилиями, потому что у нас конструкция не разрезная. Поэтому под действием этих горизонтальных сил здание анкернапора стремится сдвинуться в грунте и опрокинуться. И поэтому надо соответствующим образом спроектировать фундамент опоры, чтобы это не произошло. И мне, например, удалось за 7 минут, там есть ролик, он в интернете, «Индиан генерального конструктора» от 1 сентября, когда я видел, что идет всем правильное проектирование фундамента анкернапора, я вмешался в работу проектировщиков, заменил расчетную схему, изменил конструкцию фундамента,
Лето пришлось остановить настройку на день и ночью переработать, за ночь переработать чертежи. Но благодаря этому удалось снизить расход железобетона на это, чтобы понимать, 1000 тонн железобетона и 90 тонн арматуры. И стройку мы завершим за где-то на две недели раньше, хотя ее пришлось остановить на день, потому что изменилась конструкция, она упростилась, облегчилась и удешевилась. Экономия вот только на этом составила где-то 300 тысяч долларов. 3 декабря мы посадили первые деревья. Это видно, что инвестор это посадил дерево, один из инвесторов. К нам приехали десятки инвесторов с десятков стран, даже больше сотен, чтобы посадить деревья, и там стоят сейчас семенные таблички. 17 октября состоялось торжественное открытие знака «Нулевой километр». Это тоже очень важная символика. Ведь, например, если взять озера, где был построен опытный участок первого поколения Skyway, ну тогда они назывались струнными технологиями, струнный транспорт Юницкого. После того, как поддержал президент страны в 2009 году, тогда был Медведев, эту технологию и поручил Министерству транспорта Российской Федерации найти для нас 1 миллиард рублей, тогда было 30 миллионов долларов, для строительства тестового участка в Ульяновской высокоскоростной трассы. Через неделю полигон наш был уничтожен вандалами. Ну, понятно, кто это сделал. Так, я не буду называть их. И за сутки полигон исчез с лица планеты Земля. Я вот на Марс, в Питере его везти. Мы не нашли концов. Так, там были сотни металлоконструкций, там анкерные опоры диаметром 1 метр, точной стенки, пробы были больше 10 миллиметров. Это все распилить с бетоном, с арматурой, с натяжением 600 тонн. Я не представляю, как это было сделано. Вот так бы строили, как разрушили. И я тогда понял, что у них уничтожили конкурента, но ведь и нанесли удар по экономике России. Мы же делали это для России, чтобы поднять экономику страны. Эти дороги нужны в первую очередь России с ее необъятными просторами, с несвоенной Сибирью, севером и так далее. Да? Это реализация даст утроение ВВП России на нашего направления. Да? И тогда вот здесь я использовал символику страны, чтобы вандалы не уничтожили, как и в России, да, полигон. Они здесь тоже найдутся. Поэтому нулевой километр расположен на плите в форме Республики Беларусь. В том месте, где как раз находится Мариногорка. Если будут уничтожать, то мы скажем, уничтожают Беларусь. Уничтожают ее экономику. Да? Поэтому даже здесь есть определенная символика и достаточно такая глубокая, так скажем. 21 октября мы получили грант ООН в рамках программы содействия переходу Республики Беларусь к зеленой экономике. Это тоже знаковая поддержка Организации Объединенных Наций. Это уже мой третий грант. 2 гранта были получены в России в 1998 году и в 2002 году. Это вот третий грант уже на зеленую экономику, потому что экотехнопарк, видите, начинается слово корень эко, экология. Вообще существующие дороги, в первую очередь автомобильные, закатали в асфальт, ну а шпалы похоронили под шпалами. Почвы на территории равны 5 Великобритании. 5 Великобритании похоронены. Я уже не говорю о том, сколько земель почвы загрязнено, потому что на расстоянии 100 метров от асфальтовой, от автобана нельзя даже коровам пастись. Там столько канцерогенов в траве. Это
земля тоже почва убита. Это еще где-то десятки территорий Великобритании. Да? И мы, строя свои дороги, мы вернем эти почвы землепользователям. Цена этих... Когда строили дороги, то самый ценный ресурс, самый ценный минеральный ресурс – это не нефть, не газ, не руда. Это почва. Это биогумус, который составляет основу почвы. Он создавался природой миллионы лет. А его взяли бульдозером и в сторону. Мы хотим возродить. Просто вернуть почву, которая убита, потому что там на ней асфальт. Ну и воссоздать ее, причем лучшего качества, чем это было до садорога. И если взять, допустим, почвы белорусские, то есть гумуса всего 1,5-2%. В черноземе гумуса 8%. И мы хотим этот гумус тоже природными методами воссоздавать, причем достаточно в промышленном масштабе. Так, это можно миллионами тонн будет. Мы сейчас эту технологию разрабатываем, и она уже будет, ну, начало реализации весной, когда уже можно было сеять, можно будет сеять, это в апреле месяце. Это тоже очень мощное такое направление в нашем бизнесе. Почему? Потому что, если, допустим, Беларусь, ну, какие тут ресурсы? Калийные удобрения, может быть, гранит, там есть запасы гранита и там щебень, если мы делаем так. Ну, это небольшие, как бы, ресурсы. Но в Беларуси есть 4 миллиарда тонн торфа. Его сжигают, его используют там не по назначению. И мы будем гумус в первую очередь делать из торфа. Цена сегодня гумуса на рынке где-то порядка 1000 тонн. Это 1000 долларов за тонну. Если торф превратить в гумус, и продать тем, у кого вместе с дорогами, потому что мы будем строить дорогу и озеленять, города строить, озеленять трассу там шириной 100 метров и так далее. Осваивать целые территории пустынные в Эмиратах, в Саудовской Аравии, в Египте, таких стран, в Австралии, в центр континента там пустыни, в Китае много пустынных мест. Так вот, если продать по 1000 долларов за тонну гумус вместе с нашей дорогой, да, то это даст Республике Беларусь 4 триллиона долларов доход. У России запасов торфа сотни миллиардов тонн. Вот надо понимать, какие это ресурсы, которые, ну, превышают запасы там, нефти, газа и других ресурсов. При этом этот ресурс даст жизнь на планете, возродит эту жизнь. Потому что те 5 Великобритании территории, закатанные в асфальт, почва убита, на ней нет зеленых растений, которые не вырабатывают кислород, которым мы дышим, которые нас защищают, потому что благодаря кислороду, ну, ультрафиолет на большой высоте разлагает его на озон, и озон задерживает ультрафиолет, поэтому мы можем жить на планете, потому что есть озоновый слой. А кислород вообще откуда же действие зеленых растений? Так вот, 5 территорий Великобритании не вырабатывают кислород, а автомобили выжигают остатки кислорода. Потому что на тонну топлива отжигается ежегодно миллиарды тонн топлива. Надо 3 тонны. Один полет А380, там заправка 250 тонн горючего, они сжигают 750 тонн кислорода, выжигают, причем в высоких слоях атмосферы, разрушают озоновый слой. Так вот, чтобы восстановить кислород, который сжег А380 Робус за один полет, да, 30 гектаров леса соснового должны вырабатывать кислород в течение года. Так, тут все ходит, зрители отвлекают меня. Я не к тому, что побыстрее чуть-чуть. Побыстрее, ну, важные вещи говорю, поэтому я должен сказать об этом. То, что наболело, то, что меня волнует. Так, 10 ноября завершен нулевой цикл. Так, установлена уже арматура пилонов первой анкерной опоры. Вот этой станции можно считать. На 14 декабря произведен монтаж первой промежуточной опоры той структуры. У нас, ну, многие говорят, какая-то опора не очень красивая и так далее. Как-то мы ожидали другую.
У нас разработано 5 вариантов опор, нижебетонные стальные. Проведен анализ, и мы выбрали ту, которая цена-качество соответствует. Так? Опора под красиво, это же пока идет монтаж. Она покрашена, будет очень красиво на самом деле. Мы разработали и стальные опоры, и одну из них мы поставим, чтобы показать, что опоры могут быть разными. 8-я опора будет стальной по счету от анкерной станции. Но стальная опора в 3 раза дороже. Поэтому зачем? И вот благодаря тому, что я выбрал этот вариант опоры, мы сэкономили на километровом участке где-то порядка 100 тысяч долларов. А высокоскоростная трасса, которая будет продолжением, мы сэкономим только 1 миллион долларов. Так, это уже диафрагма жесткости, но это уже первый этаж практически готов. Силовая часть, уже будет плита 2-го этажа, сейчас будет, до Нового года она уже будет залита. 17 декабря мы провели испытание уже действующей модели навесного юнибуса, который сверху на путь установлен. И тоже обладает все теми качествами, о которых я говорил, о подвесном. То есть у него есть машинное зрение, даже у модели есть интеллект. И это очень эффективное транспортное средство. Так, очень эффективное транспортное средство. Если сравнить с автомобилем, эффективнее примерно по расходу топлива, энергии, примерно в 20 раз. Так, это последний слайд за этот год. И я хотел бы еще пару слов сказать о том, что видно было, что сколько мы сделали за год, начав фактически с нуля. Так. В Белоруссии. И это то, что увидели, это маленькая часть того, что мы делаем. Это вершина айсберга. Остальная часть не видна. Я просто в некоторых моментах хотел бы сказать, что тоже очень важно. Например, я раньше говорил о том, что удалось улучшить аэродинамику по сравнению с автомобилем спортивным где-то в 5 раз и получить CX. Это было получено продувками в аэродинамической трубе 0,075. И говорил о том, что мы можем снизить CX до 0,05. То есть это уже лучше, чем у того же Bugatti, в 7,5 раз CX. Bugatti самый дорогой из автомобилей, который серийно выпускается. Самый скоростной, он же его скорость 435. И мы уже, у нас есть соответствующая программа, мы продули. Я могу сказать, да, мы добились того, что у нас CX 0,05. Скоро мы уже продуем в трубе. Это будет в январе-феврале, и подтвердим это экспериментально. Это колоссальная работа, высокой значимости большой. Я просто хочу тоже напоминать, что мне надо заканчивать. Да? Александр? Или я продолжаю? И вот хотя бы вот об этом, мелочи, подумать, CX-0075 или 0005, да? Этого никому не удавалось сделать в мире, в истории, ни разу, да? Я даже тут расчеты сделал, чтобы цифры назвать, да? Так вот, улучшение CX 0,025, такая мелочь, да. А теперь давайте посмотрим, что будет при скорости 455 в час. Я посчитал, что экономия на аэродинамическом сопротивлении мощности привода будет 67 кВт. Если будет у нас это личный частный юнибус, у нас они тоже будут. Если он будет работать только 2 часа в сутки, а 22 часа будут стоять в гараже, то экономия топлива только на этом в год составит 12 200 кг или 15 000 литров. Стоимость порядка 15 000 долларов. Это когда один юнибус. Если в мире будет 100 миллионов личных юнибусов, то есть один юнибус на 70 человек, то годовая экономия топлива только на этом, на улучшении CX, да, составит 1,5 миллиарда тонн в год. Стоимостью 1,5 триллиона долларов. А если будет 1 миллиард личных юнибусов, как сегодня личных легковых автомобилей, да, то годовая экономия топлива составит 15 миллиардов тонн стоимостью 15 триллионов долларов. Для сравнения, сегодня в мире продобывается только около 5 миллиардов тонн нефти в год.
Вот такая мелочь, улучшение CX. И это мы получили, а не кто-то. Но у нас все, что мы делаем, все уникально. И это не видна работа. Она будет видна тогда, когда заработает экотехнопарк. И несмотря на то, что говорить городскую систему, это осень следующего года и грузовой. И мы идем по графику, несмотря на то, что у нас недофинансирование очень серьезно, да? Я, как генеральный конструктор, как генеральный директор, ищу пути, как за меньшие деньги делать столько же. И это удается. И удавалось до сих пор. Так? Поэтому мы идем по графику, на самом деле. Хотя у нас недофинансирование где-то раз в 5. Но в следующем году, естественно, финансирование должно быть лучше, иначе очень большие затраты у нас будут. Начнем уже серьезную стройку, когда уже пойдут металлоконструкции. Когда уже пойдет изготовление юнибусов, юникаров, юнибайков. И мы планируем уже в этом году поставить все опоры промежуточные. За 2-3 недели мы ставим. Это первые трассы до следующей анкерной. Заложим для января строительство следующей второй анкерной опоры. К весне мы их построим. Весной начнем варить струнные фермы, устанавливать, натягивать струны и так далее, и делать обустройство. И параллельно будет идти изготовление подвижного состава и элементов систем управления, безопасности, наблюдения и связи. Летом следующего года будет уже завершен монтаж, и осенью начнутся тестовые испытания и оптопромышленная отработка. Чтобы где-то в октябре следующего года уже пригласить заказчиков, правительство и показать работающую систему. Это будет система городская, а на самом деле это будет высокоскоростная первый участок. Потому что будет километр высокоскоростной дороги. И мы выходим уже за участок наш земельный и выйдем на 15 километров. И там тоже идет работа по трассировке и по отведению земли, потому что там надо пересечь реки, озера, пройти под линиями электропередач, в том числе высоководными ЛЭП-500, это непростая задача. Надо согласование получить, все эти прочие, сделать вещи. И отвести земли, согласовав землепользователями под каждую опору. Эта работа, вот, вот, она уже сейчас ведется и будет завершена в следующем году. И параллельно с тем вот, строительством этой городской системы, которая является начальным этапом высокоскоростной, мы построим и к лету уже покажем легкую городскую систему с юнибайками, где можно будет педали крутить и ехать на аккумулятор со скоростью до 100 км в час. Но там есть тоже свои проблемы, они не инженерные, не технические. Юнибайки уже спроектированы, причем целая линейка и одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные. В том числе юнибайк, который можно сцепить, в поезд и везти там 10, 20, даже 50 человек. Потому что это будет поезд. Но там проблемы законодательные. У нас пролеты запланированы 50 метров и 400 метров, 200 метров. А для того, чтобы проектировать и строить такие объекты с такими пролетами, нужна категория проектной организации. А у нас только третья. И мы за такие сжатые сроки получили третью категорию, что другие удивляются, как мы могли получить. Да, потому что у нас есть кадры, мы смогли это все сделать. Есть ГИПы, есть ГАПы, ну, главные инженеры проекта, там, главные архитекторы проекта. Есть обученные специалисты со всеми дипломами, лицензиями и так далее, да. Но чтобы вторую категорию получить, мы раньше ее в апреле не получим. Только тогда мы можем спроектировать и начать строить. Не потому, что мы не способны или не хотим, а так законодательно получается. И быстрее никто не смог. Наоборот, мы уже такие сжатые сроки это делаем, что все удивляются. Как год назад вы были один сотрудник зала струнной технологии, а сейчас у вас уже в третьей категории, вы строите вообще. Как-то возможно. Да, это возможно. Поэтому мы планируем это сделаем, построить легкую городскую трассу к лету, а к осени ввести в строй, осенью тоже, грузовую, где тоже пролеты
50 метров, это была вторая категория. Все это уже спроектировано, нужны разрешения на строительство, и мы получим и вовремя поставим опоры, анкерные опоры, промежуточные опоры, натянем струны, построим фермы, терминалы погрузочно-разгрузочные и покажем работающую грузовую систему, где будет два в одном, два комплекса на самом деле, в логике продуктопровода, это что-то похожее на конвейерную линию, где непрерывно идет подача сыпучего груза, и логике одиночных юникаров, которые будут подвешены снизу двигаться, это как отдельные самославы, то есть которые могут грузиться, потом перевозить и выгружаться отдельно. И вот эти две системы мы покажем, и это все будет сертифицировано. То есть не опасайтесь, что мы не сертифицируем, ничего сложного там нет. И сертификацию, мы работу по сертификации делаем правильно. Ну, это вкратце то, что я хотел сказать. Вот я вложился во время, хотя я хотел больше сказать, очень мало. И очень важную информацию хотел сказать. Так? Поэтому я благодарю за внимание и хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать богатырского, я бы сказал, скайвейвовского здоровья, значит, счастья, благополучия, любви, удачи во всех начинаниях, всего самого доброго. Строй скайвейв, спасай планету. Спасибо и до свидания. Огромное спасибо, Анатолий Эдуардович. Это всегда очень интересно вас слушать. Как всегда, времени не хватает. Дело в том, что отдельно, вот я был несколько раз на ваших выступлениях по технической части, я имею в виду Минск, как минимум два раза Москва, последний раз в октябре. Конечно же, это вдохновляет, и очень хочется, чтобы все это было реализовано. Поэтому мы понимаем, что уже мы в нашей комнате находимся больше двух часов. И, конечно же, хочется поприветствовать каждого из наших инвесторов, которые участвуют в этом проекте. И, разумеется, подумать о том, чтобы действительно дать жизнь этому проекту. Тем более, что планов у нас очень много, и они только что были озвучены генеральным конструктором и инженером, и, так сказать, организатором всего производства Анатолием Эдуардовичем Яницким. И мы очень хотим, чтобы все наши инвесторы восприняли это максимально близко к себе, для того, чтобы, во-первых, поделиться с другими людьми об этом проекте, во-вторых, конечно же, участвовать в программе, которая была предложена, я имею в виду программу рассрочки, которая дает возможность планировать все работы на технопарке и своевременно завершить, например, первый наш этап, имеется в виду, октябрь 2017 года. Вот сейчас подключился Григорий Мирошниченко. Григорий, твое слово сейчас. Пока я выставлю опрос, нужно будет сказать пару слов нашему. Да, дорогие друзья, это весьма непросто, да, не просто заканчивать, не просто, а когда два часа напряженнейшей такой работы, действительно, именно работы, особенно Анатолия Эдуардовича, это, конечно, нам повезло, и, ну, как он там говорит, не делайте из меня там супергения, но так оно и есть, то есть мы живем в то время, когда вот вместе с этим человеком живем. Так вот, по большому счету, хотим мы, друзья, этого или нет, но вот то, что лежит за нами, и то, что лежит перед нами, это ничто по сравнению с тем, что внутри нас. Для чего я это говорю, эту фразу? Да, по одной простой причине. Важно осознание, насколько мы в это верим, и насколько мы эту веру передаем людям. Это очень и очень важно. Лучший наставник в любом деле, как вы знаете, это практика. Так вот, наша задача, ваша задача превратить свою жизнь в практику. То есть мало ли, что мы можем говорить, каждый день посещать там по 2-3 вебинара, как у нас было одно время, действительно, по 3 вебинара в день, и такое ощущение, что работать вообще некогда, общаться с людьми некогда, общаться с инвесторами некогда. Так вот, задайтесь вопросом, мы пришли сюда всерьез или понарошку? Для чего? Для себя, вот задайте вопрос, для чего мы пришли сюда, всерьез или понарошку? Если мы пришли сюда всерьез, ребята, самое главное, что можно сделать сейчас, это превратить свою жизнь в практику.
То есть именно привлечение финансов, в хорошем смысле слова, привлечение финансов. В конце концов, оповестите всех своих знакомых, родственников, друзей и так далее. Оповестите о том, что это есть. И вот я за всю свою историю сетевого бизнеса, это более 25 лет, человек, который создавал действительно большие, огромнейшие команды. И бывали такие моменты, у меня по 10 тысяч человек в месяц структуры строились. Но все это время, вот я говорю вам эту вещь вот так, как есть, что я людей даже прошу, то есть даже упрашиваю, ну, Христа ради Бога, ребята, вникните хоть немного. Вот здесь Алекс спрашивал по поводу технологий. Алекс, да, немножко, может быть, ты попал, вот, это как бы наш праздник, это отчет своего рода. Приди на вебинары, на технические вебинары, вот Саша Минько приди, и послушай эти вебинары, где все-все-все, ты получишь ответы на все вопросы. Так вот, дорогие друзья, наша задача, правильно Анатолий Эдуардович сказал, это сейчас, то есть он делает свою работу, он выполняет свою работу великолепно. Мы должны выполнить свою работу еще лучше для того, чтобы это состоялось и состоялось как можно быстрее. В любой момент жизни можно, знаете, оглянуться вот на 10 лет назад и сказать: ой, вот тогда, 10 лет тому назад, была куча возможностей, не то что сейчас. Вот эти вот 2-3 года, ребята, пролетят мгновенно. И тогда мы снова, кто-то вспомнит, скажет: ну да, вот 2-3 года назад была куча возможностей, а сейчас я уже опоздал. Так не опаздывайте. И действительно, в любой стране есть миллионеры и миллиардеры. Так вот, возможности есть всегда и везде. Используем мы или нет, это уже наше дело. Так вот, лучше всего провести свою жизнь, поставить себе действительно большую, глобальную, почти недостижимую цель и идти к ней всю жизнь. А все остальное приложится само собой. То, что делает Анатолий Эдуардович, всю жизнь двигается к этой цели. И все начинает складываться так, как надо. Просьба, задача, цель. Оповестите всех своих знакомых. Тем более, что сейчас, ребята, программа «Стабильность» продолжается. И она каждые 2 дня уменьшается, уменьшается, уменьшается дисконт. Оповестить всех своих знакомых, сделать самим. И я всех поздравляю с наступающим Новым годом от всего нашего огромного коллектива, от всей нашей команды. Очень хотелось бы, конечно, чтобы на нашем вебинаре здесь присутствовали еще некоторые наши друзья-партнеры. То, что кто-то не успел, кто-то не смог, вот у всех разные причины. Итак, дорогие друзья, заканчивая наше выступление с Александром, общее наше выступление, пожелание только одно. Превратим свою жизнь в практику и дадим как можно больше финансирования, то есть увеличим финансирование не в следующем году, а в этом году. Я сказал так, 12 дней, но на самом деле, ну хотя бы 10 дней. Те 10 дней, за которые вы можете сделать мы можем сделать очень и очень многое. Благодарю всех и еще раз с наступающим Новым годом. Сделаем подарок Экотехнопарку Skyway 2016 году. И включимся максимально и самое поделимся. Есть очень хорошая традиция к Новому году дать подарки. И вот я сделал почти всем своим близким родственникам такие подарки. Сейчас я распечатываю сертификаты о владении их акциями и в новогоднюю ночь вручу им задание тем количеством акций, которые на них смог сделать. Поэтому дарите людям возможность узнать об этом проекте, дарите людям возможность участвовать в этом проекте, дарите людям перспективу, которую дает проект Skyway. Ну и, конечно же, возможность одними из первых увидеть реализацию экотехнопарка, одними из первых поучаствовать в тестировании нового вида транспорта. Я желаю вам всего самого-самого лучшего, и, конечно же, вот эти 10 дней, о которых сказал Григорий, используйте их по максимуму, и вы почувствуете 31 числа удовлетворение того, как мы прожили. И, конечно же, в заключение мне хочется пожелать самых-самых наилучших пожеланий всем сотрудникам Skyway, всем компаниям инвестпроводящих систем, которые собирают средства для того, чтобы реализовать этот проект, и каждому сотруднику и каждому инвестору, который вкладывает душу в этот проект.
Желаем вам здоровья, счастья, ну и, конечно же, хорошо и радостно провести этот Новый год. До скорых встреч на наших вебинарах. Смотрите за каналом Skyway. Там будут новости и, разумеется, все, о чем сегодня сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, мы увидим в ближайшее время. С вами была команда Skyway Capital и все инвесторы Skyway. Всего вам хорошего, до скорых встреч на наших вебинарах. Отдельно благодарю всех, кто участвовал сегодня в нашем опросе. И я вижу, 86% из тех, кто проголосовал, участвуют в программе рассрочки. Огромная вам благодарность, друзья. Я думаю, что это благодарность не только компании Skyway, но и, конечно же, наших детей, внуков и правнуков. Будьте здоровы и всего самого наилучшего!